История города, запечатленная на фотографиях и дополненная поэтической строфой. Таким увидели Саров авторы фотографий для конкурса фотоцитат от библиотеки имени Маяковского. Конкурс стартовал в марте этого года. Он приурочен к 70-летию присвоения Сарова статуса города. Также 70 лет отмечает одна из главных городских достопримечательностей – дом со шпилем. Мы хотели, чтобы наши читатели и горожане представили свои фотографии памятных мест города, каких-то красивых мест, памятников, улиц, скверов, также литературных мест. И еще у нас была одна номинация, посвященная дому со шпилем. Ему тоже в этом году исполняется 70 лет, как он был построен. Мы ставили такую задачу перед участниками, чтобы они сделали фотографии вот этих красивых мест нашего города и подобрали к ним поэтические цитаты. Цитата должна быть хорошо видна и читаема, подходить по смыслу к теме фотографии. Разрешалось использовать произведения отечественных поэтов, как современных, так и классиков. Особое внимание организаторы уделили цитатам саровских поэтов, которые живут в городе и посвящают ему свои стихи. Победителя выбирало жюри из сотрудников библиотеки. Кроме того, все желающие могли проголосовать за понравившуюся работу на сайте библиотеки. Фотоконкурс проводился в трех номинациях. «Милое сердцу», «Памятные места города». В этой номинации можно было представить фотографии разных мест. Это и парки, и скверы, улицы, какие-то места, которые являются символами нашего города. Вторая номинация – это литературные места города, то есть то, что связано с литературой, с писателями, поэтами. И третья номинация – и шпиль, пронзающий небо. Это вот как раз к 70-летию дома со шпилем. Победители и призеры конкурса получили дипломы первой, второй и третьей степени. Вы можете ознакомиться с работами авторов на сайте библиотеки Маяковского в разделе «Конкурсы». Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».